В рамках национального проекта образования в школах Чебоксар создана единая локальная сеть. Что это за платформа и как она работает, выясняла наша съемочная группа. В школе номер 40 в 10 классе идет урок химии. Его могут посмотреть все образовательные организации города в так называемом прямом эфире в локальной сети. Эта система поможет шире использовать передовой опыт и лучшие практики. Есть школы, где, скажем так, сильные учителя-предметники, сильные методисты, они могут преподавать свой урок и вести его образцово-показательно для всех школ города Чебоксар одновременно. При этом преподавание идет не только онлайн-режиме, когда подсоединяются все школы и смотрят данного учителя и его урок, но и затем в записи, для того, чтобы те, кто пропустили, посмотреть и, соответственно, получить необходимые знания. Единая локальная сеть поможет и в проведении мастер-классов, семинаров школьных методических объединений, и даже в проведении видеоконференций. Все это без интернета. У нас сейчас внутри этой локальной сети 4 мощных ресурса. Это первое, своя ВКС школ города Чебоксара, которая будет работать без выхода в интернет. Это своя система ВКС для садиков. Это своя система ВКС для учителей и детей. Ну и в ней сейчас запущена система, у нас свое облако для учителей. В дальнейшем к подобной сети подключаются и все школьные библиотеки города, чтобы учащиеся могли получить учебники и другие книжные пособия. Ульяна Пятакова, Игорь Зверев, Республика.